Наверное, каждый из нас знает, что совсем скоро наступит Хэллоуин, День всех святых. Все мертвые будут ходить прямо по улице среди живых людей. Как и обещали, сегодня мы отобрали самые страшные видео подписчиков. И сегодня я совсем не один. Сокрушитель, подойди ко мне. Взгляни на этих смертных. О, привет. Здорово, братан. Привет. Эй, йоу, меня зовут Дэмиан Волков. Сегодня со мной Пеннивайз. Давай ты будешь просто Пиня. Пиня младш. Нет, просто Пиня. Пиня. Сегодня со мной Пиня. Пиня. Вот, и как мы обещали, это выпуск Хэллоуин. Сегодня будут самые стрёмные видео. И мы постараемся, конечно, не испугаться, но сегодня нас ждут реально кошмары. Ты адекватный, скажи, пожалуйста. Так, Пиня, какой здесь может быть адекватный человек? Взгляни на меня, да? Да. Сделай мне красивое лицо, чтобы зрители в тебя влюбились. Кстати, вот мы вырезали сегодня тыкву. Это не тыква, это наш друг. Антош. Это шикарнейший грим сделала моя подруга за $200. Она мастер-гример. Ага, в туалете. На самом деле я в туалете его разрисовал обычной акварелью. Ну, вроде бы вышло очень круто, да? Ага. А тебе вообще нравится Хэлла? Да ты шо? Я же его каждый год отмечаю. Конечно, да. Тогда же зомбаки выходят, кишки можно выпустить наружу. Так. А бухаешь на этот праздник? С друзьями, да. Сам. А что выпьет? Не компот? Живчик. А компот слишком сильный, да? Разве что только там с малинкой, то можно. Кто лох? Ты лох! Ну, сегодня можно. Ребзи, давайте уже без лишних слов начинать. Но перед началом этого видео обязательно подписывайтесь на наш инстаграм. У Вани тоже, кстати, есть инста. Да? Что ты вечно гукаешь? Скажи нормально, да. Короче, подписывайтесь, не забывайте, все ссылочки будут в описании. Также пишите свои никнеймы, кто хочет увидеть реакцию на свое видео. Ведь те, кто попадает, им еще будет бесплатная реклама. А мы начинаем. Не знаю, что такое плавный перекадр. Готов к первому видео? Ага. Смотри. Это что, грим? Я правильно понял, это грим? Нет, она себе порезала мордяху и стоит, снимает видео. А, логично. Логично что? Что она принесла мордяху и снимает видео. Логично то, что это грим. Логично, блин. Вот тебе на кого и сравняться. Вот ты, вот она. И ты на следующий Хэллоуин обязан его найти. Видишь руку? Да. Туда все сам, я тебя не трону. Сам. Больно. Что ты можешь сказать по поводу этого видео? Могу сказать, что оно не сильно интересное, но под Хэллоуин подходит, потому что оно достаточно страшное. Когда я взглянул, у меня мурашки прошли по коже. По сраке. Да, там тоже. Почувствовал? Очень. Как ты почувствовал на сраке мурашки? И мне понравилось, как ее кто-то сагримировал. А ты подумал? Шикарный грим, ничего не сказать. А, такое впечатление, что какой-то слепой дед просто копал картошку, а ты там лежала, загорала и... Ты не увидела его, потому что солнце светило. Он не увидел тебя, лопата прошла. А промеж глаз. В принципе, так и можно назвать. Грим дед картошка. Антоша, а ты что можешь сказать? Мадафака, Антоша просто лох. Видишь, он тебе дал ответку. Готов к следующему видео? Она вдруг начала неожиданно кушать воздух. Две челюсти. Да, может это рыба? Слушай, а может быть мутант, знаешь, вот? Ему не хватало воздуха, я так... Да, логично. Ваня, смотри, а вот слово логика, вот ты. Это несовместимые вещи. Слишком долго думаешь. Вот бы нам бы такую рыбу на Хэллоуин. Нравится? Четкая? Да. Ты бы обосрался, если такую видел? Конечно нет, ну вот если... Конечно нет? Конечно нет? Конечно! Вань, если свет пропадает в туалете, ты визжишь. Ты бы усрался. Не, ну как бы на Хэллоуин. И пошла подлива. Говорю, если бы на Хэллоуин, я подумал, это не прав. Если в реальной жизни, то тогда... Ваня, батарея разряжается, иди в жопу. Следующее видео. My brain is scattered. You can be Alice, I'll be the Mad Hatter.
не сильно понравился костюм, похоже, какой-то прикольный. Ну, наша Покля из Алисы в Стране Чудес. Дундук. Если не знаешь, откуда персонаж, нечего базарить. Ну, мне похоже на Лепрекон. Это левый базар, ты не флиртуешь ничего. Это Лепрекон. Рынок. Ладно, ну хорошо, с Богоидием. Мне не сильно нравится костюм. Ну, конечно, очень крутой, но прям так. Ну, не такой шикарный, как Ваня. Ну, ты понимаешь, что она опасная, одела шары. Я приду ночью и заберу твой корабль. А мне очень нравится. Ты что, погодно этого гуся, который будет пускать корабли? Не, ну, в фильме была сцена, когда он бился головой там об стенку какую-то. Ты каждый день это делаешь, так что да. Сам. Ай, Мортал, мне не сиденье! Мое мнение очень даже здорово. У тебя классный костюм и вообще сделал очень здорово. Движение обалденное, костюм супер, грим классный. Мне нравится. Ты прикольно жестикулируешь. А ты нет. Давай так, Вань, если тебе нравится ролик, то ты делаешь так. Если тебе ролик не нравится, ты танцуешь свой танец. А то... Поехали дальше. Не понравилось? Не, вообще на самом деле банально, но ну понятно, что мы супер гении с такими костюмами. Кто-то линзы одел, кто-то в акварели. А у тебя всего лишь офигительный грим, нож, короче, не суть. Самое классное, это то, что у тебя по бокам с висков шла кровь. Это очень сильно. Дятел. Дятел. Бревно и дятел. Ну, I'm официант, and you tell me, что you хотеть ту пицца. Так, ты говоришь уу, да? Уууу. Блин, ну что так тихо, я надеялся, что ты обосрёшься. Антоша, мальчик мой. Ой, блин, он горячий. Ну, со всеми остальными нормально. Я буду бить Антошу, если тебе не нравится. Нет, классно, да, ролик? Ой, блёк, он загорелся? Ваня, он горит. Фу, у Антоши задымилась голова. Подожжём Антону голову. У него тут есть, короче, задний проход, но Антоша... Это вот! Ты ему сейчас об этом будешь говорить. Людям об этом будешь говорить, что у него там задний проход есть, через который мы стоим свечку. Ну да, Антоша заднеприводный у нас. Ай-яй-яй. Антоха у нас просто европеец. День капюшон, и не смейся, он не раздражает. Я шутку. Готов следующее видео смотреть? Мне понравилось. Так неловко, когда музыка резко обрывается, и ты как идиот. Ну, я так тебя. Антоша на тебя написал туда. Тебе не понравилось видео, да? Понравилось видео? Не, ну блин, ну сам скажи, ну здесь такое же видео. Вообще, как по мне, прикольно. Грим, в принципе, не сильно оригинально, но... А мне наоборот кажется, что оригинально, но... Никто не спрашивал твоего мнения, лошара. Иди в свой цирк. Антоша, как ты что думаешь? Ну что это похоже? Логично. На что? Ну я говорю... На что вот это похоже? Потому что ты ему прокалываешь глаз. Ну ладно. И последнее видео. Очень круто разрисовала себя. Там, где порез на груди, ну, я не знаю, у вас в хорошем качестве это будет или нет. Очень правдоподобно, такое впечатление, что у нее реально швы и порезы глубокие. Там, это, мне кажется, самое крутое видео, которое было сегодня вообще. У меня все. Подожди. Нет, все. Подожди, дай мне. Все, конечно. У меня все то же самое, что у тебя, только я слышу замечательно. Понимаешь, ну, лоб обычно. Шар. Никому не интересно твое мнение. Сейчас заплачешь, я тебе двину. Он тяжело слышит. И это все видео на сегодня. Я
Я уверен, все ждали. Я уверен, все ждали этого момента, когда я делаю вот так. Еще раз куда. Короче, это все видео на сегодня. И мы надеемся, что вам очень понравилось. Особенно грим Ваня. Истинно, вот, видно, что рука мастера. О, привет! Хочешь зуб отломаем тоже? Нет! Давай, стой! Я сам встану! Давай, светофор! Я не светофор, я пени! Мы надеемся, вам понравилось это видео. Что могу сказать? Ты барракуда. Все. Это видео приходит к концу. Да? Тебе понравилось сегодняшнее видео? Ну да, Антоша, какая тебе? Ты спрашиваешь это свое мнение у тык? Пень. Не забывайте подписываться на наши инстаграм профили, все остальное, чики-пуки. И пишите свои никнеймы, потому что есть вероятность, что именно ваш ролик попадет в следующее видео. Будьте счастливы, улыбайтесь и счастливого Хэллоуина вам. Уйди отсюда. Уйди. И с вами был великий Пенни, Демьян, Сокрушитель и Антоша. The underdog nation, the hopeless are lost, as we're not the one.